Просто учиться ловить в корягах, да, при таком ветре встречном. Щука вышла, наверное, минут на 40, да, Иван Андреевич? 40 минут, наверное. Вот 40 минут активного клёва щуки, хорошей щуки. Это такие уроки преподают. Вот что, я сделал, как ты сказал. В туре же мы так делать не стали, мы же не полные дятлы. Братцы, доброе утро! С вами Могучий Удмурт. Ну и, естественно, мы едем сегодня на рыбалку. Выезд у нас сегодня непростой. С нами наш хороший друг Сергей Борисович. Всем привет! Надеюсь, он попадет в кадр. Цель нашей рыбалки – научить или показать, да, скорее всего, Сергея Борисовича ловлю по корягам. Условия сегодня будут непростые, потому что мы поедем далеко вниз по Каме, на самую, что называется, ширь. Ситуация этим летом на Каме у нас, братцы, она интересна. На моей памяти такое впервые, когда Кама условно от нашей базы и выше молчит полностью. Причем не потому, что там рыбы нет. Рыба-то как раз и есть. Рыба стоит на барханах и очень много, в частности, судака. Но он отзывается крайне неохотно. А если мы откатимся вниз километров на 70, слушайте, там все кардинально по-другому, там все меняется, там кипит жизнь, там все клюет. Единственное, что пока, ну, это понятно, учитывая время года, что крупные приманки работают хуже по отношению там, к тому же поролону, либо небольшим приманкам. Вот такая интересная история. Поэтому мы сегодня скатимся вниз. Там есть коряги, коряги лютые, есть какие-то жирные щуки, есть судаки. Поэтому сегодня будем Сергея Борисовича облизывать, что называется, коряшки. Ну и постараемся что-нибудь поймать, а вам, в свою очередь, показать. Ты обрати внимание, он даже меня не представил. Штатный репортер этой команды. Фотограф. Ну и, конечно, капитан нашей дружной команды и, конечно, нашего шикарного корабля Максим Владимирович Пустогов. Ну, он в представлении не нуждается, хотя и хотел обидеться, да? Поэтому, братцы, поехали порыбачим. Классный день. Классно, что мы постарались выбраться вместе в полном составе. Это выходит летом крайне редко. Иди нормально. Давай. Не дам, не дам. Давай. Нет, плохая привет. Я взял все самое сложное на себе. Удочку. Вот так вот возьмешь. Неказистые снасти простые. И ранним летним утром ты идешь на рыбалку. Поедем, да, Владимирович? А мы только с ними едем. Только с ними едем. Как ты, Сергей Борисович? Я готов стоять на берегу и слушать, когда вот это все звучит. Ну, стоять на берегу мы не будем. А, жирных щуп поедем пороть. Поедем. Или нет? Нет, или нет сегодня не работает. Мы вчера или нет тренировались. Да. Подготовкой мясностей. Мы уже сегодня заряжены на жирных рыб. Вот палки серьезные. Ну и Владимирович. Ага. Ко мне вернулась моя. Дай комик. Палочка. А
А я сегодня буду рыбачить с незнакомкой. Dark Blood. Новый хеллхаунд, который был анонсирован в феврале, по-моему. Вот Владимирович пока, похоже, у нас единственный владелец. Ну, я на нее и ловил. Нового хелла. Для тех, кто спрашивает, чем же отличается старый хеллхаунд от нового. Ну, на мой взгляд, они разные. Поэтому приверженцы хеллхаундов смело могут покупать Dark Blood, иметь на вооружение, потому что, ну, вы не думаете, что вы купите хеллхаунд, и вам две одинаковых палки. Нет, они абсолютно разные. Давай. Они разные по сенсорике, разные по жесткости. В общем, Владимир сейчас расскажет. Да. Я уже рассказывал в сентябре месяце, частично, о этом спиннинге. Спиннинг мне зашел. Мне хеллхаунды вообще понравились, как бы полностью. Вся линейка. И на них я их только и ловил. И кто обратит внимание, то есть других спиннингов я вообще не трогаю. Этот спиннинг, ну, тяжело сделать, как бы, да, наверное, то есть под одной линейкой что-то новое. Но он, как сказать, наверное, более по суше. Соответственно, то есть у него и чуйка как бы другая. По вязкости они все одинаковые, то есть как бы рыб мы особо не сливаем. Причем разных рыб, и больших, и маленьких. Что еще можно сказать? Ну, я за ним соскучился, скажу так. Сегодня мы проверим его в корягах. Хотя для коряг у меня есть и 120-й. А у Валерича нету. Ну, конечно, сейчас началось. Своим эвоксом тут. Ага, хвастаться. Вот так вот. Я чувствую, буду в сторонке. Такая только, говорит, у меня, говорит, и у Майкла Джексона. Да. Идите в меня поводком. Да. Каким-то поводки поводком. Для слабаков. Че за вещь? Упай! Знаете, пока такой. Слушайте, ну вот вы все-таки с флюром-то. Да подожди, мы еще доедем сначала. Мы еще, может, по дороге где-нибудь остановимся на судака. Ты будешь там ловить. Ничего. Мы же поехали с большими щуками. Какие судаки? Большие. Это миф. Чего? Большие судаки – это миф. Да. Это зимний причем миф. Зимний миф. Как я вижу? Так же, как и все ведь. Нет. Я вижу очень быстро и совсем по-другому. И ты обрати внимание, сливов рыбы нету. Спасибо. Лёшка Новиков подарил нам вот такие именные тормоза с гравировочкой, с именем. Лёх, спасибо тебе, очень приятно. И когда получаешь такие вещи, это правда трогает за душу. Это не для красного словца, это действительно так. Братец, спасибо. Напиток в нем в два раза вкуснее, как минимум. В три. Спасибо тебе за подарок еще раз. Ну, это правда очень приятно. Блин, я тронут до всей глубины своей могучей чудмурской души. Вот у нас есть именной термос и синенький. Поехали. И махнул рукой. Сергей Борисович. Прогнул шире. Больше ни стрельбы, ни матерных песен. Поднавалил люме. В этот город уже нас двоих тесен. Но вкус его прогнул шире. И мы все ему не по вкусу. Ага, в нашей команде прибыл. Что-то где-то плохо мешало мне. Вот таким вот образом мы поехали. Рыбалка уже по-любому будет крутой. Тем временем у нашего брата в гору делишки. Рэкет, работорговля, виски, покерные фишки. Текила рекой доступные крали и ноль морали. В общем, островок анархии, чтоб меня черти драли. Офис шерифа превратили в склад боеприпасов. Слышь, святой отец, кипаса, не вздумай трепаться. Ты в этом не шаришь, так что не перебивай ребят. Зайдет базар за детские попки, мы позовем.
А он такой, слышь, ковбой, у меня новость. О, ради новый шериф, больше ни стрельбы, ни матерных песен. Слыхал, он плюет на бандитов, как локомотив. Этот городок для нас двоих тесен. Вы в курсе? О, ради новый шериф. Можно было четко видеть границу. Мы проезжаем устье реки Белой Камы. Мутная вода с Белой и чистая вода Камская. То есть течение на Каме начинает тихонько нормализироваться, а на Белой, наоборот, тёртый лёд очень сильный. Она передавливает. Раньше она шла только по краю, по кромке, а сейчас перевалила за фарватер. Дожди, которые прошли буквально вчера-позавчера, очень мощные ливни. А Белая в верховьях, она находится как раз между горами. Это известняк и глина. И вот такой цвет воды. Рада, типа жульё не избежала кары. Конец эпохи беспредела, шпана под замком. Может, пустишь? А? Пустишь? Засиделся. Вот, ну смотри, как бы это. Вот, вот, ну как всегда. Может, пустишь? Не пошел бы ты на чайник. Ага. Как по волне трусится. Не, не, это не моя прерогатива. Вот так всегда. Сейчас отдыхаю. Готовы, заряжены. Лич, ваше. Борисыч. Ай. Ни хера себе дерево. Что-то вот тут коряги. И вот тут коряги. Сейчас, чтобы. А, тёк, по-моему, есть, кстати. Смотри. Ты же в лесу не рыбачил у нас? Сейчас я тебе покажу. Вот здесь не надо никаких низовых проводок. Только вверх. Только вверх. То есть смотри, мы сейчас будем вставать, по краю свала. То есть вот здесь как раз вот где-то метров 10, вот этот вот лютый коряжник с прямыми деревьями, здесь свал. Никаких петель. Весь спуск контролируешь сам, потому что в корягах петли — это не вариант. И если чувствуешь, что повисает, просто передергиваешь. То есть это должны быть не резкие движения, но и не очень плавные. То есть ты переваливать их должен. И комбинируешь обороты. Если повисло, просто раз, оп, выбрал. И подаешь удочкой. То есть выбрал, забрал леску и удочкой подаешь, потому что если ты коряжку нащупаешь, ты ее коснулся, раз, приподнял опять. И забираешь катушкой. Ну и главное, не сечь коряги. Все просто? Абсолютно. Держи. А я буду наблюдать за этим процессом. В городе новый шериф. Мы пойдем другим путем, тоже поролоновым, но другим. Выберем вот такой цвет. Беленькой пусть будет. Вот, Борисыч, молодец. Давай, давай, давай. На желтую, нифига это, себе, первый заброс еще. Это вот, видишь как? Борисыч, вверх, комментируй вверх ситуацию, вверх. Вверх, не давай, вверх, не давай спуск. Нормальная щучка. Ситуацию. Спуску ну, не давай, да, и вот, вот, вот. Это... Ниже, ниже палку, Борисыч, ниже, ниже, ниже. О. А что было вверх? Вот. Не, не, ниже, она когда это пошла. Свеча. Вот теперь поднимай, поднимай, поднимай. Не, не фрикцион, не надо, Борисыч, коряги уйдет. И вот...
Офигеть! Тара-тара-тара! Че, Валерий, все-таки желтый поролон, да? Ты какая ты редиска. Борисыч, да, это опять называется моветон. Да. Я знаю, что это называется моветон. Но когда такие уроки преподаю. Вот что, я сделал, как ты сказал. Ничто не радует учителя, как признание ученика, да? Борисыч, спасибо, я тронул. Молодец. Так она хороша, я вам могу сказать. Это, конечно, не мама, но... Ну, ну такая, близко. Четырем, да, наверное? Три. С половиной. Нет, ну... Я думаю, это будет... Четверочка. Да, ладно, четверочка, Борисыч, ну четверочка. Хочется, конечно, чтобы это был пятак, пятак, да, но нет. Первого заброса. Ну это, блин. Городе наши. Могучие. Никем не победимые и неповторимые. Сатуля. Так его Олечник. Пойдет. А вот теперь к тебе вопрос, пока ты делом добрым занимаешься. Вот тебе, как, ну, не спортсмену, да? Ну, но я надеюсь, в будущем все-таки ты превратишься. Мы делаем маленькие шажочки в этом направлении. Как ты считаешь, вот тебе вот не жалко отпускать рыбу? Мне? Да. Ну ты же все-таки больше рыболов, хоть и продвинутый, нежели спортсмен. Вот тебе как рыболову. Нет, мне рыбу вот прям доставляет огромное удовольствие отпускать. Она должна радовать нас всегда и жить в свое удовольствие. Ну а слушай, а как же поесть что-нибудь там? Что, магазины закончились? В общем, есть магазины. Нет, на самом деле, к принципу поймал, отпусти, можно относиться по-разному. Естественно, если человек на простой рыбалке хочет домашних порадовать там чем-то, ну да, наверное, есть смысл. Но в массе своей, конечно, лучше отпускать, особенно крупных, жирных, да, красивых рыб. Слушайте, ну это, я считаю, что это, наверное, это правильно. Как Хелл отработал, Сергей Борисович? Вообще все идеально. Ну вот, видишь. Серег. Ну ладно, с почином, что ли, Сергей Борисович? Спасибо вам, большие братья. Верь в силу. Ну, говорит, нам никто же не отмечал зачет из 5 рыб даже сегодня. Все только начинается. Я даже не успел рубашку снять, мне жарко стало. Прокомментирую. Почему поролон, почему небольшие приманки? Ну, как показывает на самом-то деле наш опыт ловли в этих местах, приманки 4-5 дюймов, тот же поролон. Ну, здесь по-другому-то на самом-то деле никак. Нет, есть варианты чиркать свимбетами по верхушкам коряк. Но в это время года это смотрится несколько хуже, нежели мы будем ловить на тот же поролон, то есть из, доставать ее прямо с самого низа. Как-то она пока не горит желанием вот, гоняться за ней. Ну, я могу, наверное, заблуждаться, в чем-то ошибаться, но вот мы пробуем уже неделю ловить крупными приманками, объемными здесь повторяшками. И все в пользу именно некрупных приманок. Можно ставить небольшой силикон на офсете, ну, что-то не используем мы офсет, мы либо загоняем туда наши головки, либо вот поролон. Как бы клюет, что вы думаете, с другой стороны? Клюет. Он клюет. О, Владимир, кстати. Собака. Свалился? Да, но... Судак? Судак на 160-й. Я пробую большой поролон, черного цвета. Городе наши рифы. Поклевка. К сожалению, не достал, но близко к этому, Вань, к 2 метрам. Ну, на меляках. С меляка вот начал стаскивать. Щука сидит. Ну, сейчас мы посмотрим. Потому что поролон был совершенно новый. Что с ним произошло? Ну, вот. Вот характерный рез судака. Судака. Прямо видно. Вот свежий 160-й поролон. Да? Черного цвета. Продолжаем ловить. Все круто.
вот от классических цветов поролоновых. Сейчас мы уйдем. По-любому белые поролонки тоже работают. Сегодня коротковатые, поэтому, а учитывая, что коряги, поэтому мы из двух поводков будем делать один. В принципе, я бы еще и третий добавил, ну ладно. Вот такой поводок теперь будет. Значит, при порывах ветра в бок кидать, как бы ты сам знаешь, довольно затруднительно. Все равно плетню выдувает. Не надо никуда спешить. Надо получать от процесса истинное удовольствие эстетическое. Вот, Максим бросил. Сейчас да. Пойду я брошу. Борис сейчас кофе допьет и тоже бросит. Получается, свала вот с глубины поклевок как бы нет вообще. Вдоль свала? Да. Штырек. Штырек. Белый, белый поролонг. Заработал? Слушай, ну чё ж, чё нет-то? Да штырь. О, смотри, стал упираться что-то. Ну, такой. Одинаковые они. Как да. Он у тебя сажал ее? Да, ну он с поклевкой прям. Извини, братан, нечаянно. Новый цвет у Изика. Называется. Как, Вань, как они там на этих наратлинах-то называются такой? Попугай. Нет, попугай, да? Попугай. Попугай. У вас стал попугай, видите, какой интересный цвет. Смотри, какой. Ты вдоль славы хочешь? Да. Вставай. Хочется половить, раз пока не клюет. Вот. Пыткий взгляд рыболова, глядя на наши нехитрые монтажи, скажет, а почему вы не используете проходимцы, например? Да, кстати. Кстати, да. А потому что... Очень рекомендовано. А потому что... Фиг знает. Потому что и так идет. Ну, проходимец же он должен раскачивать как-то по-другому приманку, наверное. Надо попробовать. У нас есть проходимцы, можно попробовать. Надо попробовать. Есть, есть, есть. Есть. Надо попробовать, действительно. Фиолетовая поролонка. Это с крашеной чебурашкой. Макс кого-то поймал. Щукан! Да сюда, судачок. Да я на резину. Нормально так. Ого. О, смотри какой. Вот это окушочек. Это монстр. Кило. Так, блин, он сейчас отвалится. Да не отвалится, так закинь ты его в лодку. Не-не, там... Кило. Килошник, да. Владик, ты снял, да, вот это дело? Окунек? Наверное. Нет. Нет. Значок. Никого на борту. Прямо на выматывание всадил я туда.
Обидно. Для нас сейчас все хорошее, да? Хорошее. Хорошее, нехорошее. Ну хоть рыба. Иди гуляй. Вау, вау, вау! Че ты? Фрикцию. Да. Макс, и коряги не давай, сейчас. А? Это судак. Стопроцентный. Это стопроцентный судак. А что случилось-то? В плане, порезало корягу. Не работай фрикционом, тяни как на этой. Не надо. Как на Чебоксарке все. Не, нет, Вань, смотри. Смотри. Это щука. А? Это щука. Щука хорошая. Ну, конечно. Я ж тебе говорю, она режет здесь. Бывает. Это щука, Мат. Это хорошо. Ну хорошая рыба. Да нет. Случок. Ну что, окунь мне, кстати. Смотри, они как щиплют. Вообще за край. За вообще за самый краешек сегодня. Вот, снял. Какая непростая совершенно сегодня рыбалка. Куча поклевок, но реализация хромат. Всем сразу сказал, ставьте струну, ставьте струну. Они меня не слушали. В итоге у Макса срез. Я обрываюсь, и первый поводок, который мне попался, был флюр. Ну и что, сразу заброс, и все. И ведь не скажешь, что матери не клюют, они ж клюют. Это мы не Воломон тут, бестолковые рыбаки. Не удержал. Щучка? Да, но не крупная. Я не успел просто перезарядиться. А не крупная. А? Не крупная. Уи-уи-уи-уи.
Че, вы заводите? Не отвалится, наверное, так. Ох, ее кто-то там либо ел, либо что. Че, не буду я тогда подсаживать? Да нет, конечно. Отлично, я успею. Я успею. Э? Кого? Приманку? Все. Че у тебя там? Пока. Охота. На тебе фиолетово. Заряжено, на. Да не, я не... Секла как будто большая. Думал, вот она, жаба моей мечты. Да что ты, да, чё? Коряга. Расход приманок катастрофический. Ну и где-то же тренировка в определенной мере. Согласен? Учение Сергея Борисовича происходит по плану, по перевыполненному плану. В очень тяжелых, погодных, моральных не просто условиях. Просто учиться ловить в корягах, да, при таком ветре встречном. Судачок. Нормально. Зачетный. Молодец. Вот так мы и проводим тренировки. Малыч, я выступил. На отлично. На четверочку. Я вам, Сергей Борисович, это, вечером диплом выдам. Зачет мне поставить. Диплом выдам. Сначала зачетную книжку. Об успешном окончании. О прохождении курса. Да, молодого бойца в команде «Могучий Удмурт». Присвоено почетное звание «Коряжник». Блин, такую приманку сгубил, а? Какое? И фиолетовые еще есть. Где-то были. Сейчас мы будем искать в закромах нужный поролон. Я не знаю, сегодня клюет на все у всех, кроме меня. Мы пойдем искать зеленый. Вот он, вот он. Вы ищите зеленый, а я поймаю на белый. Наверное. Или не поймаю. Владик, можно я пройду? Сергей Борис, я тебя нашел. Фиолетовый. Слушай, а как раз может быть вот такая маленькая фиолетовая поролонка и сделает вообще всю рыбалку. Вы зря игнорите маленькие приманки. Нету фиолетовых приманок. Хоть ты что делай. Поклевка, Борис. Не нашли. Пойдем мучиться тем, что есть на самом деле. Наконец-то пришло время для отличных очков. Сейчас я буду их примерять. Лич, да, Валерьевич? Лич. Лич. Это шведский, да? Да. Я-я. Ты видишь, какие гламурные очки? И шухры-мухры. Смотрите. Ах, красота. Какой я сегодня красивый. Буду, но это не точно.
Да. Так что... Мотор, глянь. Нормально все? Все равно нифига не видно. Нет. Просто... Нет, я монитор вижу, я себя не вижу в монитор. Но я не любитель очков, сразу скажу. Поэтому сейчас потестируем, по крайней мере, интересно. А? Только примерить. Вот так, вот не успел еще, вот уже сразу отжали. Вот сразу. Я думаю, надо делать финальную постановку и валить. Ну, давай. Если вы не против. Мы нет. Потому что время уже много. Дорога обратно будет непроста. Дорога непроста, поролон на исходе. 36-х чебурашек нет. Я бы сказал, с 32-ми тоже сложно. Да и 28-е тоже. В общем, когда ловите в корягах, особенно при сильном встречном ветре, даже при небольшой глубине в 4-5 метров, ну, не бойтесь перегружать, так проще проходить коряги. Рыба отзывается очень успешно, поэтому не надо бояться, ставьте, вот сколько кинете, столько и ставьте. Во-первых, легче проходить, вы чувствуете сразу все, а то, что нет какого-то зависания, это все компенсируется резкими подрывными оборотами катушки. Нормальный? А? Судачок? Нет. Ну, хоть чего-то. Ну, смотри, поклевки у него жестче начинаются. И целиком сожрал. В топке, да. То он прикусывал, придавливал что-то все. Без поклевки, без всего. Такая же шнырь. Нет? Побольше? Давай хоть вместе. Кочегар. Давай. Уже интересней. Вечер, видать, выход. Такая вот рыбка. Поклевкой жадной, по правильному засеклась. Отлично. Я тебе говорю, 125-й поролон надо брать, 140-й не хочешь он есть. Я устал, я ухожу. Уже неинтересно. Не получаю я уже более никакого эстетического удовольствия от ловли этих дрищей. Выпендривается больше, да? Да дело не в этом. Просто когда мы ждали выход щуки, она вышла, а мы реально к этому были не готовы. А к выходу судака мы готовы. Почти что. Ты хоть расскажи, как оно, были готовы. То есть по факту щука вышла, наверное, минут на 40, да, Иван Андреевич? 40 минут она вышла. Вот 40 минут активного клёва щуки, хорошие щуки. Одну поймали, 3 среза. 4. 4 среза, плюс еще несколько поклевок. Вот так тут. Я поймал. А,
две там не считается, там перхоть. Две поймали, да. То есть это не та щука, которая как бы это большая. Но при всем при этом с районом мы угадали, по крайней мере, сегодня поклевки и рука колоть бойца устала, конечно. Вот Борисыч кого-то поймал. О, сейчас еще щуку достанет. Не. Вот. Что творят ученики, то есть он все-таки хочет сдать диплом на отлично сегодня. Мы приедем вечером, конечно, посмотрим. О, нормальный сюда чело. Он уже хороший. Помогаем достать. Борисыч, держись, друг. О. А? Ну, пойдет. Да, как бы это еще 2-3-5 минут покидаем. Цель наша сегодня была крупная щука. А в очередной раз программу про мелкого судака. А, чуть тебя засунул. Палку возьми в руки. Но ведь поклевок довольно много, интересно. Сейчас нам Сергей Борисович расскажет, да? Как он. Еще по 2-3 раза сделаем забросы и, да, и потихоньку будем собираться. День, к сожалению, ближется к своему логическому завершению. Солнышко сейчас начнет садиться, а волна большая, нам нужно еще прокатиться. Не бесконечно, да. Такой очень неплохой выезд сегодня у нас получился. Задачу мы выполнили, да? Сергей Борисович, по крайней мере, у нас по коряшкам нынче половил и судака, и щуку. Попробовал, что это такое. Мы потренировались. Поняли, что в очередной раз мы это умеем колхозить. Умеете. И других учить умеете. Ну да, надо себя еще научить немножко всех. Но у нас есть еще 2 месяца, 1,5. Для того, чтобы сделать работу над ошибкой в очередной раз. И показать все, что мы можем. В новом сезоне. Обучающийся кузнецов выступление закончил. Разрешите сдать инвентарь. Вашу зачетку на стол, можете быть свободны. Далеко. Братцы, хороший очередной день. К концу рыбалка получилась насыщенной. Я не скажу, что трофейной, но, по крайней мере, насыщенной. Для того, чтобы порыбачить удовольствие, пожалуйста, мы же хотели... Ну, определенную цель, одну задачу мы достигли, чтобы Сергей у нас половил в корягах, понял эту ловлю, понял всю философию. Он так и поймал, ну, неплохую, так скажем, рыбу в районе 4 килограмм, там, ну, плюс-минус. Две штуки. Были обидные срезы и сходы, опять же, потому что мы, ну, по факту мы ждали выход щуки, а когда он произошел, мы были не готовы, рыба вышла буквально там, как Макс говорил, минут на 40. Причем она клевала там практически там, с каждой постановки, с первых 2 забросов себя проявляла. Напрочь сразу выключился судак. Ну, вы видели, судак не крупный, там кило, да, там с чем-то может быть. Выключается судак, включается щука. Ну и... Да не, как ловишь бы... щуку, став струну. Это как бы без вариантов, да? Нет, ну, это же очередная тренировка, очередное подтверждение того, что... К щуке нужно быть готовым, готовым нужно быть всегда. Мы же тут пренебрегаем вещами, да? Нет, ну в туре же мы так делать не стали. Мы же не полные дятлы. Давайте этот момент упустим. Нет, нет, это мы вставим. Самокритика — полезная вещь. Да все было классно. Все было классно. Сейчас приедем домой на базу. Поужинаем, вручим Сергею аттестат. Будем готовиться к новым рыбалкам. И к сезону. И к сезону. Секунда рекламы. Костюм. Что за оранжевенький, что за серенький. Это Грюдниц. Классные костюмы. Да? Больше погода, нафиг. Правда, сегодня какой у нас? 18 или 19? Какой у нас сегодня? Июня? 19. Ну, в общем, у нас там очередной день весны, как говорится. Да? Очень холодно. Поехали мы в шортах, и в середине дня нам пришлось одеться. Хотя вроде и солнышко светит, и все остальное довольно холодно. Поэтому лето, я считаю, что еще до сих пор не наступило.
рыба еще не такая активная, как бы хотелось, но все движется в правильном направлении, и скоро, наверное, все-таки на каме тоже что-то проснется. А пока здесь идут хорошие поклевки. А сейчас мы подкинем угля в наш паровозик, и на полных парах мы полетим домой. Очень хочется. Всем пока. С вами Могучий Удмурт и дядя Сережа. Всем пока. Огромное отдельное спасибо Могучему Удмурту. Что-то не так. Вручим Сергею аттестат. И, Борис, ввиду того, что вы прошли полный курс коряжника, теперь вы почетный коряжист. Весь курс сдали на отлично, поэтому мы от нашей Могучей Удмуртской школы... Скажите, куда нужно проложить маршрут? Коряжник! Тут недалеко! Подарок. Я старался. Это лучший диплом. Не подведи. Буду оттачивать мастерство дальше. Опс. Ни у кого такое нет. Ты единственный пока. Она у меня будет жить на работе. Я себе буду делать в нее кофе. Не, вы, конечно, красавцы. Я, как обычно, закатываю. Первый выпускник. А я тут. Рыболовного Хогвартса.